Сделать счастливым себя и окружающих можно только через добрые поступки. Именно с этой целью в актовом зале второй школы собрали ребят. Педагоги открывают детям новые горизонты знаний. Хочется донести до каждого ребенка, что творить добро – это просто здорово. Ученики 4 В-класса подготовили для второклассников литературную музыкальную композицию «Давайте делать добро». В День доброты второклассники выясняли, что значит слово «добрый». В игровой форме детям показали, что нужно помогать друг другу, причем делать это без выгоды и корысти. Вместе с ведущей ребята отгадывали продолжение известных пословиц. В это время на сцене появился своеобразный дом. В его основе были различные качества, которые составляют добро. А появляются они под крышей школы с помощью учителей на уроках. Из чего еще состоит добрый человек? По крупицам, а точнее по листочкам, дети собирали все добрые понятия. Те, которые подходили, вешали на деревья возле импровизированного домика. Сейчас идет неделя доброты. Это мероприятие посвящено тому, чтобы люди были добрые. Мне очень понравилось мероприятие, оно интересное. В завершении школьники исполнили песню «Хорошо бродить по свету», ведь она так идеально вписалась в общую атмосферу события. А слова «всех нужнее и дороже в этом мире доброта» только подтвердили это. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.